слово главному тренеру Гомеля Алексею Александровичу Меркулову. Значит, ну, игра с БАТЭ, понятно, что это экзамен. Я уже говорил в игре Борисове и говорю сейчас, что прежде всего такие игры интересны с точки зрения анализа. Значит, сегодня мы предложили оборонительную модель нашей игры. Как правило, мы дома так не играем, но соперник такого класса, что по-другому играть было нельзя. Ну что ж, наша, как говорится, стратегия оправдалась, чему, безусловно, мы рады. Ну, вообще-то, во-первых, надо отметить, все-таки я бы не сказал, что какая-то закрытая игра была. Может быть, сначала было планировано, потом мы их тянули на игру встречных курсов. Хорошая игра, она представляет, наверное, большое наслаждение болельщикам, тем более, что они находятся рядом перед полем, то есть они чувствуют эти градусы игры. Ну, должен сказать, что мы очень плохо сегодня играли, но стоит признать, особенно в обороне команда действует не свойственно, потому что столько проникающих передач прошло, что даже мне как-то тяжело анализировать защиту. Можно не сказать, что сыграли плохо в защите все. Так, всем нужно задать вопрос, поднимайте руку, я вызываю. Пожалуйста. Алексей Александрович, вопрос к вам. Сразу же после финального свистка вы остались в комнате поля. И вот в этот момент какие мысли у вас были? Мысли хорошо выполненной работы, плюс, естественно, когда такая атмосфера на стадионе, не хочется его покидать до последнего. Спасибо, кстати, болельщика, который сегодня был нашим 12-м игроком. Спасибо. Есть еще вопрос? Виктор Михайлович, я спрошу о двух поражениях от Гомеля, о другом причем. То есть это поражение, вы не взяли ни одного очка Гомеля, этого достаточно, чтобы зачистить, так скажем, Гомеля в число принципиальных соперников? Ну, опять же, я отвечал же после этого вопроса, каждая игра своя отдельная история. Поэтому какие-то закономерности, если несколько сезонов можно было бы говорить так, ну... Хорошо, скажите еще, травма Алексеевича, насколько она серьезна, и он же нижний опорник, обороноспособность команды? В этом много, вот у нас начались проблемы, потому что я уже забыл о том, что такое позиция нижнего опорника, потому что я достаточно хорошо и в обороне действовал, и в атаке, он носил такую нужную химию командную игру, и его травма, конечно, несложно было заметить, я несколько раз менял игроков этой позиции, и ну, если я меняю, значит, чем-то недоволен. Вопрос по Янченко. Янченко сегодня забил, возможно, самый важный гол в своей академии. Как вы оцените его игру и как этот гол может сказаться на дальнейшей игре? Как обычно, мы ждем от молодежи прогресса. Забил хорошо, задача нападающего забивать, иначе зачем они нужны? Понятно, все, спасибо, тренер. Спасибо.